Лошади Фалабелла – одна из самых маленьких пород лошадей. Их рост всего от 40 до 70 сантиметров в холке, а вес сравним с весом средних и крупных собак – от 20 до 60 килограмм. Эти маленькие лошадки не предназначены для верховой езды, разве что обучать азам самых юных наездников. Животные отлично контактируют с детьми и вообще имеют добрый покладистый характер. Помимо перечисленных качеств, фалабеллы невероятно умны и отлично поддаются дрессировке. Это одно из отличий мини-лошади от пони. Пони отличаются своей выносливостью и трудоспособностью, а мини-лошадь, она декоративная порода. Они, можно встретить их в цирке. То есть они, так как они легко дрессируются и любят красоваться перед публикой. Родиной этих лошадок считается Аргентина. Ирландец Патрик Ньютолл посвятил себе идее мини-лошадей и вывел табун животных, рост которых не превышал 75 сантиметров. Селекцию продолжил его зять Хуан Фалабелла и прославил породу. Интересный факт, что беременность кобыл этой породы длится 13 месяцев, в то время как у обычной лошади 11. Вот и взросление фалабеллы длится дольше. Аньота и тюльпан еще очень пугливы. Во-первых, они только приехали и не успели освоиться. А во-вторых, они совсем еще малыши. Им всего 2 года, а продолжительность жизни у этой породы около 45 лет. Но работники зоопарка уверены, что как только они привыкнут к обстановке, то начнут получать удовольствие от общения с посетителями зоопарка и планируют организовать даже с ними отдельную фотозону. Артем Митрожицкий, Евгений Бушуев. День в событиях.